Оказались участником репетиционного процесса. Вспоминаю музыкально-театральную сцену «Похмелье» из сказки Чайковский из подарочного издания «Сказки дядюшки Гру». Кстати, с моей иллюстрацией. Составная часть сказок дядюшки Гру, которую мне предстоит играть через несколько дней, вот и пришлось вспомнить и пригласить вас на репетицию. Разрешите представиться. Меня зовут Валерий Грунер, я перемяк соленые уши, живу и работаю в родной Перми, как говорится, где родился, там и сгодился. На сегодняшний день я участник трех творческих союзов, Союза композиторов России, Российского союза писателей и Интернационального союза писателей. Из этого перечня уже становится ясно, что я предпочитаю работать в нескольких смежных видах искусства и совмещаю композиторскую, писательскую, порою музыкально-исполнительскую и музыкально-театральную сферы в зависимости от поставленных целей и задач. Многоумение и многоделание – таланты, без которых нынче не прожить. Времена такие – хочешь жить – будь волшебником или умри. Этот афоризм принадлежит моему альтер-эго дядюшке Гру из первой книги, которая вышла 10 лет назад и называется «Сказки дядюшки Гру», где объединены 4 вида искусства – литература, графика, музыка и театр. Именно с этим изданием я связываю начало своей профессиональной литературной деятельности. Поворот в литературу произошел в 2007 году после организации проведения мной международного фестиваля современной музыки «Грунер фестиваль». После тяжелого, напряженного и изматывающего фестивального календаря мне требовалось какое-то переключение на иной вид деятельности, и нужно было перевести дух, успокоиться. Я не нашел ничего лучшего, как развлечься литературным жанром. В этот момент у меня стали появляться сюжеты между сказкой, новеллой, притчей. И так начал рождаться мир мистического реализма, граничащий с гротеском. Несмотря на повествуемые подчас драматические события, юмор пронизал почти все сюжеты и явил многомерный, переплавленный в такой всеобъемлющий жанр проект. Причем некоторые сюжеты надолго предвосхитили современные события
И сейчас мы их проживаем и убеждаемся в том, что жизнь – самая главная сказка. В итоге все это вылилось в мегапроект, который потребовал не меньше усилий, чем Грунер-фестиваль, и занял целых 4,5 года. Вот так я и развлекся, и до сих пор развлекаюсь. Теперь можно перечислить творческие трофеи, которые принесли сказки «Дядюшки Гру», которые разошлись по всему белу свету. Несколько слов об участии в прошедшем недавно большом 5-м международном литературном онлайн-фестивале. До участия в этом проекте я многократно принимал участие в различных конкурсах, становился лауреатом всесоюзных, международных конкурсов как композитор, литературных конкурсах становился финалистом престижных литературных премий. И вот в рамках упомянутого проекта я стал лауреатом первого международного конкурса Марины Цветаевой и в качестве участника проекта получил бесценный опыт непосредственно общения с коллегами и наставниками в мастер-классах и лекциях. Это были уникальные события совершенно нового для меня формата. Хочу выразить свое восхищение масштабом этого мероприятия и необыкновенной пользой, вынесенной от участия в нем. Благодарю всех наставников и участников, с кем имел удовольствие общаться и познакомиться. Но вернемся к музыкальной теме. Все свое детство я провел с баяном. Затем музыкальное училище, Пермский институт культуры и, наконец, Российская музыкальная академия имени Гнесиных, класс композиции. Мне повезло на учителей, среди которых были живые легенды. Литература в моем творчестве все чаще заявляет о себе как о хозяйке бала, а все остальные виды искусств уже начинают находиться у нее в услужении. Сейчас готовлю к изданию поэтическую книгу «Книг в объятиях мажора». Здесь тоже задуманы сцепки и с музыкой, и с графикой. И, конечно, интересные вкусности тоже не исключены. На прощание пожелаю всем коллегам по литературному цеху исполнения самых смелых замыслов, высокого духовного горения и прекрасного творческого результата. Того же желаю и себе. До свидания.